Здравствуйте. Сегодня у нас состоится очередная лекция, в которой мы будем рассматривать свободные группы. Ну и напомню, что построение свободной группы началось у нас в конце прошлой лекции, но так до конца мы соответствующую теорему не доказали. Итак, давайте я напомню, в чем состояла теорема, прежде чем завершить доказательство. Итак, у нас был алфавит А, который состоял из элементов F1 и так далее, Fn. F1 минус 1 и так далее, Fn минус 1. Так, и мы рассматриваем всевозможные слова над таким алфавитом А. Множество таких слов мы обозначали F. Итак, Fn это множество всех слов, включая пустое слово E, над алфавитом А. Так, дальше мы во множестве fn ввели операцию, которую мы обозначали умножение. Скажем, омега-1 умножается на омега-2. В чем она состоит, эта операция? Ну, во-первых, обозначается она точкой, а состоит она в том, что выполняется конкатенация, то есть к одному слову приписывается другое слово с последующим возможным сокращением взаимно обратных символов. Вот эта конкатенация плюс сокращение всевозможные как раз задает операцию умножение во множестве fn. Значит, что мы с вами доказали? Мы доказали, что fn является группой. И следующая наша цель – показать, что fn является свободной группой. То есть проверить условия b из определения свободной группы. Значит, условие а у нас было такое, что fn – это группа, порожденная элементами f1 и так далее, fn. Ну, в данном случае очевидно, что всевозможные слова над этим алфавитом как раз дают группу, порожденную элементами F1, Fn. А вот условие B, менее очевидное, значит, оно состоит в следующем. Это как бы свойство универсальности. Для любой группы G и для любых элементов G1, G2 и так далее, Gn, принадлежащая группе G, существует гомоморфизм. Существует гомоморфизм фи, который отображает fn в g, и который задается условием, что фи от fit равно git. Вот это условие b как раз нуждается в проверке. Все остальное доказано уже. То, что fn порождается элементами f1, fn, и то, что это группа. Так, ну давайте прежде всего зададим отображение fn в группу g. Можно задать по следующим правилам. Значит, фи от fi1 в степени epsilon1 и так далее, fik в степени epsilon k, где, как обычно, у нас epsilon it принадлежат множеству плюс-минус единицы. Это чтобы охватить, так сказать, обратные элементы. Итак, фи зададим так. Это будет g от i1 в степени epsilon1 и так далее, g от ik в степени epsilon k. Вот это, собственно говоря, мы принимаем за определение отображение фи. Так, почему фи является гомоморфизмом? Ну, вообще говоря, если бы у нас не было никакого бы сокращения, а просто мы бы к одному слову приписывали другое, то понятно, что в этом случае фи, очевидно, будет гомоморфизмом. Потому что при приписывании какого-то одного элемента к другому элементу, понятно, что фи что сделает? Оно просто заменит fit на git соответствующие, и все. И по-прежнему, так сказать, умножение будет выполняться. А вот насчет сокращения, здесь нужно посмотреть, почему сокращение, скажем так, не препятствует тому, что фи остается гомоморфизмом. Значит, давайте рассмотрим, пусть у нас есть возможное сокращение. Ну, естественно, достаточно рассмотреть одно сокращение, которое состоит в том, что если у нас есть слово, скажем, А1, fit в степени эпсилон it, fit в степени минус эпсилон it, А2, и мы переходим к слову, после возможного сокращения очевидного здесь, к слову А1, А2. Ну, здесь А1, А2, понятно, что это какие-то слова, это, вообще говоря, не один символ. Так, ну давайте проверим отображение фи. Что мы получим? Фи от А1, fit, эпсилон, it, fit, минус эпсилон, it здесь, конечно, минус эпсилон, it, А2. Значит, я уже сказал, что фи заключается в том, что мы
грубо говоря, буквы f и t заменяем на буквы g и t, что нам даст это? Это нам даст фи от а1, дальше g и t в степени эпсилон и, g и t в степени минус эпсилон и, фи от а2. Ну, понятно, что здесь у нас два взаимно обратных элемента уже группы g, и таким образом они сокращаются, получается фи от а1 умножить на фи от а2. Ну, а это то же самое, что фи от а1, а2. Итак, получается, что если мы фи применяем к исходному слову, то это то же самое, что если мы применили фи к сокращенному слову. То есть, получается, как бы наше отображение фи, на него никак сокращение не действует. При сокращениях получаются, так сказать, равные образы. Поэтому, так как до сокращения это был гомоморфизм, значит, гомоморфизм останется и после возможных сокращений. Все, мы с вами доказали, что гомоморфизм фи существует, и таким образом условие b тоже в данном случае выполняется. Итак, теорема, которую мы доказали, еще раз повторю, теорема 1, она заключалась в том, что вот такая вот построенное множество fn с операцией умножения является группой. Давайте эту теорему 1 здесь напишу. Теорема 1. Fn с операцией умножения, которая, еще раз повторю, сводится к конкатенации плюс сокращение. Это свободная группа. Свободная группа с n порождающими элементами. Итак, если после определения, которое мы записали в прошлый раз, я говорил, что не очевидно, что свободная группа существует, но теперь после, вот, так сказать, построения явного этой группы, понятно, что свободная группа существует. Так, дальше такое замечание. Давайте запишем замечание. Вот этот гомоморфизм φ, который отображает fn g и заданный условием φ от f и t равно g и t. Однозначно он или нет? Ну, давайте посмотрим. У нас группа fn, она ведь порождается элементами f1, fn. Поэтому если мы задаем гомоморфизм φ на порождающих элементов, понятно, что в силу условия гомоморфизма он будет продолжаться на все вот элементы вот такого вида. От элементы такого вида как раз это и есть все элементы, все слова возможные над алфавитом А. Таким образом, получается, что у нас задание на порождающих элементов полностью однозначно определяет гомоморфизм. Вот это замечание как раз давайте запишем. Итак, гомоморфизм φ из условия B единственный. Гомоморфизм φ из условия B единственный. Так, хорошо. Теперь давайте зададимся вопросом, а вообще говоря, свободная группа определена однозначно или нет? Вот сейчас мы покажем, что вот то определение свободной группы, которое заключается вот в задании условий А и Б, на самом деле определяет свободную группу ранга n тоже однозначно. Итак, теорема 2. Теорема 2. Пусть fn свободная группа ранга n со свободными порождающими f1, f2 и так далее fn. И пусть, например, gn свободная группа тоже ранга n, но со свободными порождающими g1, g2 и так далее gn. Итак, две свободные группы ранга n. Я утверждаю, что они изоморфны. Тогда fn изоморфна g. Так, ну, понятно, что у нас мы можем использовать вот эти вот условия а и b. Давайте воспользоваться тем, что мы можем отобразить группу fn на группу gn вот с помощью вот такого гомоморфизма. Так, давайте запишем. Пусть фи гомоморфизм fn на группу gn такой, что фи от fn равно gn. Fn принадлежит fn, а gn принадлежит группе gn.
Так, ну понятно, в силу того, что у нас gn порождается элементами g1, gn, в данном случае φ будет сюрективным. Так, но наша цель доказать на самом деле, что это будет изоморфизм. Давайте вот так рассуждать. У нас, значит, в силу условия b, опять-таки, можно ведь и gn отобразить на fn. Итак, существует гомоморфизм, опять-таки, пси, отображающий gn на fn. И такое, что пси от gn равно fn. Итак, у нас такая картиночка. Вот у нас есть fn, есть gn, есть гомоморфизм φ, действующий из fn в gn, и ψ, действующий обратно. Ну, давайте рассмотрим их композицию. Тогда ψ композиция φ. Тоже, естественно, гомоморфизм будет действующий откуда-куда? Из fn в fn. Причем по определению отображения φ и ψ, ψ композиция φ на элементах вида fn, это будет тождественное отображение. Смотрите, сначала fn отобразится в gn, потом gn отобразится в fn. Получается, как раз на элементах вида fn, лучше здесь фигурные скобочки написать, это будет тождественное отображение. Так, ну поскольку у нас группа fn порождается элементами f1 fn, то всякий гомоморфизм, который является тождественным на порождающих элементах, естественно, будет тождественным на всей группе. Гомоморфизм с порождающих элементов однозначно ведь определен. Итак, отсюда следует, что пси композиция φ, отображающий fn в fn, это просто и есть тождественное отображение. Тождественное отображение А1. Так, но с другой стороны и обратно ведь можно написать, что φ композиция пси, действующая из gn в gn, это тоже А1 будет. Получается, что раз и в таком порядке мы их берем композицию, получается ID, и в таком порядке получается ID, получается, что эти отображения взаимно обратны друг другу. А раз они взаимно обратны друг другу, значит это что? Биекция. Итак, получается, что пси композиция φ, биекция. Ну, таким образом мы получаем, что и φ, и пси являются биективными. Таким образом, это действительно изоморфизм. Раз они взаимно обратно, лучше написать так. Фи биекция и пси биекция. Вот так. Потому что это отображение, которое имеет обратное. И таким образом, раз это обе биекции, обе гомоморфизмы, значит, мы получили, что у нас fn изоморфное же. Итак, условиями А и Б, которые у нас определяли свободную группу, эта группа определена однозначно. Так, теперь давайте такое вот следствие запишем. Так, следствие такое. Значит, пусть у нас G конечно порожденная группа с порождающими элементами G1, G2 и так далее G. Я утверждаю, что группа G в этом случае является фактор группы свободной группы. Тогда G это фактор группы группы fn. Ну, действительно, наша цель сейчас построить сюрективный гомоморфизм из fn в g. Если будет сюрективный гомоморфизм, то мы можем воспользоваться основной теоремой о гомоморфизмах. И тогда, естественно, у нас будет группа g изоморфна фактор группы fn по ядру гомоморфизма φ. Но наша свободная группа как раз позволяет нам гомоморфно отобразить fn на g. Как именно? Ну, давайте попробуем порождающий перевести в порождающий. Итак, пусть и гомоморфизм
который вложен в определение свободной группы, такой, что φ gn переводит, наоборот, fn переводит g. Fn переводит g. Тогда понятно, что это отображение будет уже сюрективный гомоморфизм, потому что у нас образ группы φ накрывает все порождающие элементы. Мы сказали, что g порождена элементами g1, gn. Раз порождаются, накрывает образ элементы g1, gn, значит, накрывается и вся группа. Итак, это сюрективный гомоморфизм. Итак, мы находимся в условиях основной теоремы о гомоморфизмах. И по основной теореме о гомоморфизмах у нас образ гомоморфизма φ, то есть группа g, будет изоморфна fn по ядру φ. Таким образом, мы показали, вот, что у нас наша цель достигнута. Наша цель была такая, если вы помните, в начале прошлой лекции я говорил, построить такое семейство групп, что все, конечно, порожденные группами, являются их, ну, грубо говоря, гомоморфными образами. А гомоморфный образ – это, собственно говоря, и есть фактор группы. Каждая фактор группы – это гомоморфный образ группы. Так, ну давайте такой вот пример, с которого мы начинали. Вот рассмотрим группу F1. Группа F1 – это группа над алфавитом из одного элемента F. Вот такой у нас алфавит будет. Понятно тогда, что все элементы этой группы – это будет просто степень элемента F, всевозможные. Поэтому F1, естественно, изоморфна Z. Ну, можно считать, что Z у нас имеет порождающий элемент, например, единиц. Группа целых чисел. Так, тогда мы можем сказать, что если мы возьмем какую-нибудь циклическую группу Cn, например, и она порождена элементом A, таким, что A в степени n равно E, тогда, естественно, мы можем считать, что Cn у нас является фактор группы, группы F1. Ну, давайте явно построим, так сказать, гомоморфизм соответствующий. Итак, гомоморфизм φ будет устроен так, очевидно. Φ от единицы. Это как бы есть наш порождающий в группе F1. Φ от единицы зададим равное А. Тогда ядро φ, kernel φ, это будет совокупность таких элементов, у которых n кратные единицы дают, как, конечно, Е. Ядро φ это будет множество вида, множество, скажем так, подгруппа, порожденная элементами n. Почему? Потому что φ от n это будет А в степени n равно Е. Вот такая циклическая подгруппа, порожденная элементом n, или что-то же самое, можно написать nz. Понятно, что циклическая подгруппа, порожденная элементом n, состоит из всех кратных числа n. Так, ну и вот получается тогда, что отсюда, как следствие, по основной теореме о гомоморфизмах, мы можем сказать, что cn изоморфна f1 по kernel φ или группе z по nz. То есть вот эта вот конструкция z по nz, фактор группы, мы это и раньше, конечно, знали, что циклическая группа является фактор группы z по nz, но теперь мы видим, что она укладывается в общую конструкцию, что она фактор группы свободной группы ранга 1. Вот и все. Так, ну еще один пример. Пример 1. Пример 2. Давайте опять же мы возьмем F1, ту же самую группу Z, рожденной единичкой. Но теперь напишем уже, что у нас G произвольная группа. И тогда у нас φ от единицы возьмем равное А. Ну вот в произвольной группе тогда понятно, что образ φ в данном случае будет всевозможной степени элемента А. Значит, получается, что φ будет отображать f1 куда? На циклическую подгруппу, порожденную элементом А. Вот это, собственно говоря, будет у нас гомоморфизм. Гомоморфизм группы F1 на циклическую подгруппу, порожденную элементом А, которая, естественно, будет подгруппа группы. Ну, в более общей ситуации получается просто циклическая подгруппа. Так, теперь наша цель рассмотреть понятие группы, которая задается образующими и соотношениями. Давайте такой заголовочек запишем. Я пока все сотру.
Так, такой заголовок запишем. Группа. Порожденная образующими и соотношениями. Итак, пусть у нас группа G, конечно, порожденная группа, с порождающими элементами G1, G2 и так далее. G. В этом случае мы знаем, что группа G является гомоморфным образом группы Fn. Тогда существует гомоморфизм φ группы Fn на группу G. Ну, причем сюрективный гомоморфизм. Так, понятно, что мы можем обозначить ядро этого гомоморфизма. Давайте запишем, пусть K – это ядро гомоморфизма φ. Из чего оно будет состоять? Давайте посмотрим. Ядро будет состоять из элементов F и 1 в степени эпсилон 1, F и K в степени эпсилон K, то есть таких вот слов над алфавитом А, таких, что при замене f-итых на соответствующие элементы g-иты, да, здесь я должен написать, конечно, что φ у нас f-иты равно g-иты, значит, таких элементов, что g и 1 в степени эпсилон 1 и так далее, g и k в степени эпсилон k равно e. Итак, мы получаем, что есть некоторое соотношение между элементами группы g, которое можно выразить просто какое-то произведение элементов группы G, которое равно E. На самом деле любое соотношение между элементами группы G можно, конечно, в таком виде переписать. Вот, поэтому, так сказать, всегда можно считать, что справа у нас будет элемент E. Ну, вот такие вот соотношения, которые равны E, называются еще определяющие соотношения. Определяющие соотношения. Проблема заключается в следующем. Вот если мы задали какие-то соотношения между элементами группы G, пусть даже в таком виде, как я записал, что произведение элементов группы G равно E, спрашивается, эти соотношения однозначно определяют группу G или нет? То есть мы какие-то соотношения записали, возникает вопрос, а будут ли эти соотношения однозначно определять группы G? Оказывается, вот такого рода задачи, вообще говоря, алгоритмически неразрешимы. То есть из-за того, что одни соотношения являются следствием других, часто бывает вот трудно понять вообще, что это такая за группа, которая вот задается такими вот соотношениями. То есть мы записали, что какое-то произведение элементов группы чему-то равно. А будет ли вообще такая группа существовать, может ли вообще существовать такая группа, отличная от просто нейтрального элемента, или нет? Вот это все примеры алгоритмически неразрешимых задач. Поэтому мы сейчас вот поступим немножечко иначе. Для того, чтобы задать группу образующими соотношениями, мы сначала зададим набор соотношений, а потом уже будем рассматривать группу, которая определяется этим набором соотношений. Вот так будет более правильно. Так, итак, наша цель — ввести следующее определение. Определение группы заданной образующими и соотношениями. Итак, начнем мы с того, что у нас Fn – свободная группа ранга R, ранга n, свободная группа ранга n, ну, как обычно, с порождающими элементами F1 и так далее Fn. Пусть S – какое-то подмножество в группе Fn, неважно какое. Дальше, пусть K – это нормальное замыкание множества S. Так, кто забыл, на всякий случай напомню, что такое нормальное замыкание множества. Это мы рассматриваем всевозможные элементы, сопряженные элементом из S, и вот такими элементами, сопряженным элементом из S, мы порождаем группу. То есть это группа, порожденная элементами, сопряженными к элементам из S.
Вот и получается нормальное замыкание. Так, итак, мы рассмотрели нормальное замыкание множества S. Так, дальше определение. Группа G, порожденная элементами G1 и так далее, GN, называется группой заданной образующими G1 и так далее, GN, и соотношениями S, которые содержатся в FN, если для гомоморфизма фи, который отображает FN на G, причем как он отображает фи от FN равно GN, это тот самый гомоморфизм, который из определения свободной группы следует. Вот это, для этого гомоморфизма выполняется kernel φ равно k. То есть ядро этого гомоморфизма должно совпадать с нормальным замыканием множества S. Обозначение в этом случае применяется такое. Обозначение. В этом случае пишут, что группа G порождает элементами G1, G2 и так далее, GN. И здесь указывают обычно не элементы из S, а на самом деле их образы. Элементы из S — это слова, зависящие от F1 и так далее, FN. И, возможно, обратных к ним элементов. А здесь мы указываем именно их образы под действием φ. То есть здесь указывается обычно S, все равно пишут. Но считается, что здесь уже элементы зависят от G-итов. Ну, потом мы рассмотрим с вами пример. И я покажу, значит, как вот принято вот здесь обозначение. То есть, хотя S у нас подмножество в группе FN, в свободной группе, но здесь принято писать не сами элементы F-иты, а замененные, соответственно, на элементы G-иты, чтобы показать, что вот соотношение выполняется для G-ита. Так, еще раз повторю, значит, определение. Группа G, порожденная элементами G1, GN, называется группой, заданной образующими G1, GN и соотношениями S, а S — это подмножество в группе FN. Если до того гомоморфизма φ, который существует по определению свободной группы, ядро этого гомоморфизма в точности совпадает с K. K — это такое нормальное замыкание. Так, хорошо. Так, сейчас мы докажем теорему об универсальном свойстве группы, заданной образующими соотношениями. Это не самая тривиальная теорема. Итак, теорема 3 об универсальном свойстве группы, заданной образующими и соотношениями. Итак, пусть у нас FN, опять же, свободная группа ранга N, как раньше, с порождающими элементами F1 и так далее, FN. Пусть же это как раз то, что мы сейчас определили, группа, порожденная образующими G1, GN и соотношениями S. Группа, порожденная элементами G1, G2, GN с соотношениями S. С подмножества FN. Так, дальше пусть H группа, дальше
элементы h1, h2 и так далее, hn принадлежат h. Дальше понятно, что существует здесь же гомоморфизм группы fn на h, при котором порождающиеся элементы fi переходят в hi. Давайте этот гомоморфизм обозначим θ. Θ fn в h устроен так, что θ от fi равно hi. Hi лежит в h. Так, и пусть группа h, я сейчас напишу слово, а потом объясню, что она означает. Группа h тривиализует соотношение S, которое содержится в Fn. То есть, вот теперь я слово тривиализует расшифрую. То есть, это означает следующее, что для любого слова омега, принадлежащего S, это от омега, вот это от омега, это, естественно, омега, в которой вместо fi подставили соответствующие аиты. Смотрите, у нас fi под действием тета заменяет буквы fi на буквы hi. Значит, омега здесь от h1 и так далее, hn напишу, равно e. Вот это и означает, что h тривиализует соотношение. Смотрите, какое бы слово мы ни взяли, если мы в этом слове заменим fi на hi, то получится e, нейтральный элемент. Вот как бы нейтральный элемент. То, что получается нейтральный элемент, это означает, что соотношения все из S, они сводятся просто к нейтральному элементу в группе H. Значит, группа H тривиализует те соотношения, которые там были записаны. Тогда утверждается, что существует гомоморфизм фи группы G на группу H, а группа G у нас как раз порождается этими соотношениями S. Такой, что и от gi будет равно hi. Так, ну вот такая вот теорема об универсальном свойстве группы, заданной образующими соотношениями. То есть, если смысл такой, если подгруппа h, если какая-то группа h тривиализует соотношение s, то она обязательно является гомоморфным образом группы g, которая задается, так сказать, как задается с помощью соотношений S. Так, ну давайте теперь доказательства. Так, прежде всего давайте запишем гомоморфизм пси группы Fn на группу G. Смотрите, у нас группа G порождается элементами G1, G. Значит, в этом случае гомоморфизм пси сюрективен. Сюрективный гомоморфизм. Ну и понятно, что так как ядро – это тот самый гомоморфизм, который здесь обозначался φ, у которого ядро равно k. Но так как φ у нас занято, поэтому я обозначил его ψ. Φ – это тот гомоморфизм, который мы хотим построить. Поэтому я как бы использую здесь гомоморфизм ψ. Так, итак, у нас по условию кернел ψ равен k. Ну и как следствие основной теоремы о гомоморфизмах, мы что имеем тогда? Что будет g изоморфно fn по кернелу ψ, то есть изоморфно fn по k. У нас ядро ψ в точности совпадает с k. Так, хорошо. Дальше у нас есть, помимо сюрективного гомоморфизма ψ, еще, да, такое вот замечание. Здесь ничего не сказано у нас относительно того, порождается ли h элементами h1 и так далее, hn, вот этими элементами. Ну, на самом деле, без ограничения общности можно считать, что h порождается элементами h1, h2, hn, потому что, собственно говоря, тот гомоморфизм φ, который мы строим, он, если даже, так сказать, не накрывает группу g, но куда-то отображает какую-то часть группы h. Здесь главное, что
гомоморфизм существует, а накрывать H он не обязан. Поэтому без ограничения общности можно считать, что на самом деле H порождает с элементами H1, H2, HN. В противном случае здесь φ будет ну, просто не сюрективный, но просто гомоморфизм, и все. Итак, будем считать, я напишу. Будем считать без ограничения общности, что H порождена элементами H1, H2 и так далее, HN. Так, хорошо. Итак, тогда у нас еще один сюрективный гомоморфизм возникает, а именно уже тета, отображающий Fn в H, тоже будет сюрективный гомоморфизм. И давайте его ядро тоже как-то обозначим. Пусть kernel тета равно L. Ну, сразу заметим, что у нас здесь k ядро гомоморфизма, L ядро гомоморфизма, значит, у нас будет k и L. Это будут нормальные подгруппы в группе F, как ядра гомоморфизмов, а ядра гомоморфизмов всегда являются нормальными подгруппами. Так, дальше давайте посмотрим. У нас по условию H тривиализуется отношение S. Что это означает? Это означает, что для любого омега, для любого слова, принадлежащего S, у нас выполняется тета от омега равно Е. Но тогда это означает, что слово омега лежит в ядре гомоморфизма тета, а ядро тета – это L. Итак, отсюда следует, что омега принадлежит кернелу тета, который мы обозначили через L. Так, ну а теперь давайте посмотрим еще раз, что у нас такое K. K у нас по определению – это нормальное замыкание множества S. Еще раз повторю, что нормальное замыкание множества S состоит из чего? Из сопряженных элементов к S и, так сказать, их произведений. Сопряженных элементов к S. Но так как у нас любой элемент из S, смотрите, содержится в L, а L нормальная подгруппа, она же будет и все сопряженные содержать тоже. Вместе с омега-элементом из S она будет содержать и все сопряженные. Отсюда следует, конечно, что K является подгруппой в L. Потому что K как раз это нормальное замыкание, но при действии сопряжением на элемент омега, в силу того, что L является нормальной подгруппой, мы будем снова получать элемент из L. Итак, из того, что омега принадлежит L, следует, наоборот, конечно, следует, что... Итак, еще раз, элемент K у нас состоит из всех сопряженных. Элементы сопряженные у нас попадают в L, да, значит, все правильно, K является подгруппой в L, а L подгруппа в F. Вот такие у нас получаются соотношения. Так, ну и вот здесь, когда у нас есть вот такая вот цепочка подгрупп, причем нормальных, мы можем сказать следующее, что у нас применима теорема о соответствии. По теореме о соответствии у нас в этом случае фактор группа H, который у нас есть, точнее изоморфно, Fn по L. Смотрите, у нас тета отображает Fn на H сюрективно, а ядро этого гомоморфизма – это L. Значит, H будет изоморфно фактор группе Fn по L. И вот здесь возникает изоморфизм, так, Fn по K и L по K. Вот это как раз и есть основная теорема, точнее, теорема о соответствии. Теорема о соответствии. Я напомню, что в теореме о соответствии у нас было несколько пунктов, и как раз рассматривался случай, когда имеется вот цепочка нормальных подгрупп, у нас здесь K и L, это нормальные подгруппы в группе Fn. И вот как раз в случае нормальных подгрупп мы могли сказать, что вот такая фактор группы Fn по L изоморфно будет, ну, грубо говоря, вот еще дополнительно возникает как бы факторизация по K. Так, ну, Fn по K у нас это что такое? Fn по k, это у нас наша группа G. Итак, получается, что это изоморфно фактор группы G по некоторой подгруппе G1,
Где G1 можно указать явно. Где G1 это как раз L по K. Так, ну теперь давайте посмотрим, что мы хотели доказать. Мы хотели доказать, что у нас существует гомоморфизм φ группы G на группу H. Такой, что φ от GI равно HI. А теперь мы видим, что H изоморфно фактор группе G по некоторой подгруппе. Ну вот, в данном случае L по K. Значит, понятно, что поскольку всегда у нас есть канонический гомоморфизм группы на фактор группы, получается, есть канонический гомоморфизм группы G на H, поскольку H это фактор группы. Итак, напишу, что существует канонический гомоморфизм, а именно π, который отображает G на фактор группы G по G1, который изоморфный. Так, ну осталось только проверить, что вот этот π, как раз который мы построили, как раз будет G ита отображать ваш ита. Давайте в этом убедимся. Так проверим, что I от G и T будет равно в точности H и T. Здесь поставлю знак вопроса. Так, ну здесь цепочка соответствия. Значит, сначала мы имеем изоморфизм. Вот этот G изоморфно Fn по K. Значит, при этом изоморфизме у нас элемент G и T будет отвечать что? Будет отвечать G и T K. Нежный класс, порожденный элементом G и T. Так, дальше. Если мы здесь вот используем изоморфизм Fn по L и Fn по K. Так, изоморфизм из теоремы о соответствии. Значит, еще раз, fn по k у нас изоморфно fn по, наоборот, fn по l. Я вот это изоморфизм делал. Fn по l изоморфно fn по k, профакторизованное по l по k. Значит, здесь у нас класс g и тому житому k будет отвечать класс жита l. Вот так вот. Значит, здесь будет отвечать жита l. Так, ну и, наконец, последний у нас изоморфизм, который участвует здесь, это то, что у нас h, h изоморфно fn по l. Так, ну а здесь вот при таком изоморфизме у нас смежному классу по подгруппе L должен отвечать как раз элемент из H. Какой элемент из H? Значит, вот этому классу должен отвечать элемент, это тета от G и T. А тета от G и T, а тета от F и T, точнее. Тета от f и t, потому что тета у нас из fn действует. А тета от f и t, давайте посмотрим, где-то у нас был записан. Вот, с тета f и t как раз равно h и t. Тета от f и t равно h и t. Итак, если внимательно посмотреть цепочки изоморфизмов, которые здесь участвуют, то видно, что элемент g и t переходит постепенно в элемент h и t. Ну и вот те классы, которые в промежутке участвуют, здесь все тоже выписаны. Так, ну вот, собственно говоря, на этом доказательство теоремы заканчивается. Итак, в качестве φ, еще раз, отображающий g в h,
выступает на самом деле каноническая проекция группы G на фактор группы G по G1. G по G1. Где G1 у меня написано где-то в углу. Вот оно. F делить на K. Где G1? Это F делить. Так. Это была теорема об универсальном свойстве группы, заданной образующими соотношениями. Так, ну давайте рассмотрим пример, потому что понятно, что без примеров такие вот абстрактные теоремы сложно очень воспринимать. Давайте разберем пример. Ну, пример будет довольно простенький, на самом деле. Пример такой. Задание группы Клейна мы ее обозначали в E4. Она называется Fear Group, то есть группа из четырех элементов. Задание группы Клейна, образующими соотношениями. Так, итак, рассмотрим группу G, которая имеет два образующих элемента А и Б, а соотношения зададим такие. А квадрат, Б квадрат, АБ квадрат. Вот еще раз напоминаем, что это как бы наше множество S. Но я уже говорил, что вместо того, чтобы писать элементы из S, элементы из F2, мы здесь пишем не явно образующие из или порождающие из группы F2, а пишем их образы. А их образы принадлежат группе G, это, естественно, будет A и B. Вот. Но здесь подразумевается следующее, что соотношения, которые здесь записаны, это вот элементы, которые в квадрате дают E. То есть A, B, A в квадрате равно B в квадрате равно AB квадрате равно Е. Так тоже можно записывать группу, порожденную образующими соотношениями. То есть, когда указывают здесь явно элементы из S, подразумевается, что после того, как мы эти элементы из множества S заменим на соответствующие элементы из группы G, у нас получается Е. Так, хорошо. Значит, первое. Покажем. Значит, наша цель показать, что вот эта группа действительно будет изоморфна группе B4. Покажем сначала, что G абелево. Ну, понятно, что... Итак, в силу того, что элементы А и Б коммутируют, вот мы это доказали, АБ равно Б, мы можем сказать, что любой элемент X из группы G представим в виде X равно А в степени И на B в степени G, где И... В каких пределах меняется, кто скажет? В какой степени имеет смысл рассматривать элемент А? 0 и 1, да, потому что уже А в квадрате дает Е. Значит, И меняется от 0 до 1, ну, имеется в виду, что, конечно, они целые значения принимают, и G от 0 до 1. Отсюда следует, что порядок группы G не превосходит 4. Порядок группы G не превосходит 4. Так, теперь возьмем группу H, которая является прямым произведением Z2 на Z2. И пусть здесь Z2 порождается элементом H' равный 1, 0 и, соответственно, B' равный 0, 1. Так, я утверждаю, что вот группа H, она как раз
тривиализует те соотношения, которые имеются в группе G. Запишем, покажем, что H тривиализует соотношение из группы G. То есть вот те соотношения, которые здесь определяют группу G, А квадрат, Б квадрат и АБ квадрат. Ну, действительно, если мы посмотрим на кратные вот этих элементов, ну, понятно, что раз написал Z2, значит, уже относительно сложения будет рассматривать. Значит, H3 плюс H3. Это будет 1,0 плюс 1,0. Ну, понятно, что в группе Z2 это будет 0. То есть E. Точно так же B' плюс B'. Это вместо того, чтобы рассматривать B квадрат, так как у нас группа относительно сложения, я, естественно, рассматриваю сумму. Так, получается 0,1 плюс 0,1 равно тоже E. Ну и, наконец, вместо AB ты должен рассмотреть их сумму. H3 плюс B3, это получится пара 1,1. И опять-таки H3 плюс B3 умноженное на 2, то есть кратное, даст нам 2, 2, а это опять-таки равно E. Итак, все соотношения, которые у нас входят во множество S, они тривиализуются в группе H. Так, следовательно, существует гомоморфизм. Существует гомоморфизм φ по теореме 3, который отображает группу G в группу H такой, что φ от A равно H3 и φ от B равно B'. Так, ну понятно, что так как H само порождается элементами H'B', это порождающие вот в этой группе Z2 на Z2, значит, отсюда следует, что φ сюрективно. Так, ну а теперь давайте представим на секунду, что у нас φ не инъективно. Давайте запишем, если бы φ было бы не инъективным, то по основной теореме о гомоморфизмах мы бы имели бы, что образ φ, то есть H, было бы изоморфно в этом случае чему? Фактор группе G по ядру φ. Ну, тогда понятно, что порядок H у нас равен 4. Здесь просто перемножение 2 на 2. Когда у нас есть прямое произведение, то порядок прямого произведения – это произведение порядков групп, которые участвуют как сомножители. Итак, порядок H у нас равен 4. И отсюда мы будем иметь, что порядок G будет равен 4 умножить на порядок ядра φ. И в этом случае будет больше 4. Итак, если ядро нетривиально, то есть φ не инъективен, то у нас получится, что порядок G будет больше 4. А с другой стороны у нас порядок G меньше либо равен 4. Значит, мы получили противоречие. Итак, вывод отсюда мы можем сделать, что φ на самом деле инъективный и сюрреактивный гомоморфизм. Итак, φ инъективный и сюрреактивный гомоморфизм, следовательно, и изоморфизм. Итак, еще раз. То, что гомоморфизм φ существует G на H, это как раз вытекает из универсального свойства, то есть из теоремы 3. Дальше мы видим, что у нас φ сюрреактивен, потому что H порождается двумя элементами, а у нас H' и B', то есть порождающие элементы, лежат в образе φ, значит, φ сюрреактивно. Ну и, наконец, если мы предположим на секунду, что φ не инъективно, а то, что φ не инъективно, равносильно тому, что ядро нетривиально, в этом случае мы получим, что ядро φ состоит, ну, как минимум из двух элементов, тогда получается, что порядок группы G будет больше 4. А это противоречит тому, что порядок G меньше либо равен 4. Значит, на самом деле имеет место инъективность, и таким образом φ является изоморфизмом. Так, ну а теперь давайте посмотрим. Z2 на Z2. Почему эта группа Клейна? Ну, во-первых, часто группу Клейна определяют геометрически.
А геометрическое определение группы Клейна следующее. Давайте вот здесь напишу. Рассматривает прямоугольник на плоскости. Немножко некрасиво нарисовал. Короче, начало координат должно быть центром прямоугольника, а стороны параллельно осям. Тогда у нас здесь, очевидно, среди движений прямоугольника есть симметрия относительно оси ОХ и относительно оси ОУ. И тогда можно сказать, что группа движений прямоугольника это и будет В4. Итак, В4 это группа движений прямоугольника. Ну, вот одно движение, как раз это можно обозначить. Симметрия относительно оси ОХ. Обозначьте H', симметрия относительно оси ОY. Это будет B'. В квадрате, очевидно, каждая симметрия будет давать E. Да, действительно получится как раз вот эта группа Z2 на Z2. Итак, мы показали, что действительно это группа Клейна, если пользоваться геометрическим определением. Ну, а если группу Клейна, например, реализовать как группу подстановок, степени 4, то можно сказать, что H' и B' нужно взять просто два различных произведения транспозиции, и все. Тогда тоже будет очевидный изоморфизм. Так, ну вот. Еще одно утверждение давайте запишем такое полезное. Пусть у нас G это группа, порожденная элементами G1 и так далее, Gn и набором соотношений S. И H это группа, порожденная элементами H1 и так далее, Hn и тем же самым набором соотношений S. По-прежнему пишем, что S это подмножество в свободной группе Fn. Тогда G изоморф на H. То есть, если группы порождаются одним и тем же множеством соотношений, то они изоморфны. Ну, опять же, идея состоит в следующем. Я не буду явно так все расписывать. Идея состоит в том, что у нас есть гоморфизм φ, отображающий G ита и ваш ита. И обратно есть гоморфизм φ, отображающий H ита в G ита. То есть, так же, как мы доказывали, что однозначно определяется свободная группа, можно рассмотреть их композицию. Композиция будет тождественной на порождающих элементах, значит, на самой группе тоже будет тождественным отображением. Итак, опять же, мы запишем, что φ композиция ψ равно ψ композиция φ и равно identity, тождественное отображение. Значит, φ и ψ обратимы. А поскольку это обратимые гоморфизмы, то они, естественно, будут изоморфизм. Вот идея такая же, как и для свободной группы. Так, еще одно упражнение. Давайте запишем. Упражнение рекомендую разобрать на семинаре. Итак, давайте рассмотрим такую группу G. Тоже два порождающих элемента А и Б, или два образующих. А в четвертой, А в квадрате, давайте я напишу так, в виде равенства. А в четвертой равно Е сначала, А квадрат равно Б квадрат, потом мы запишем в более привычном виде, или БАБ минус первый равно А минус первый. Но я уже сегодня говорил, что все соотношения такого рода можно записать в виде, что некоторое слово равно Е. Вот давайте посмотрим. А квадрат равно b квадрат. Как можно записать? Ну, например, так. b квадрат на а в минус 1 в квадрате равно e. Это равносильно. Так, здесь можно записать в таком виде. b а b минус 1. Справа домножаем на а, получается a. b а b минус 1 а равно e. Ну и таким образом можно сказать, что наша группа g имеет такой вид. Это образующие АБ, и дальше А в четвертой пишут,
b квадрат а минус 1 в квадрате и b а b минус 1. Вот так можно написать. Вот это то множество s, соотношение которое порождает нашу группу. Так вот, требуется доказать, что эта группа изоморфна группе кватернионов Q8. Доказать, что же изоморфна Q8. Ну, подсказка такая. Ну вот попробуйте доказать вот так же, как мы здесь доказывали, что та группа вот из примера 1 изоморфна группе Клейна. Так, все на этом. О группах, порожденных образующими соотношениями. Так, ну а теперь такой заголовочек. Давайте запишем. Теоремы Силова. Теоремы Силова. Так, пусть же конечная группа у нас теорема Силова будет касаться только конечных групп. Вот ближайшие несколько лекций и эта лекция, и следующие мы будем рассматривать только конечные группы. Дальше предположим, что у нас p простое число и порядок группы g равен p в степени n умножить на n, где m не делится на p. Так можно изобразить. То есть можно сказать, что здесь p участвует в наибольшей степени, так, чтобы образовать делитель порядка группы g. Самая большая степень, которая возможна. Так, определение. Подгруппа h группы g называется силовской. Подгруппа H группы G называется силовской, если порядок H равен P в степени. То есть как раз порядок H – максимальная степень числа P, которая является делителем порядка группы G. Ну, вообще говоря, хочу сказать, что нет особенных причин, почему в группе G должна быть подгруппа какого-то определенного порядка, который является делителем группы G. Вот, например, если мы возьмем какой-то делитель D числа P в степени N на M. Пусть просто пока D произвольный делитель. Тогда неверно, что существует подгруппа в группе G, которая содержит D элементов. И такой пример я сейчас приведу. Я напишу так. Не следует, что существует подгруппа. Я специально перечеркнул знак следования. Не следует, что существует подгруппа H такая, что порядок H равен D. Давайте рассмотрим в качестве примера группу G. Это группа А4. Порядок G это 12. Это 2 в квадрате умножить на 3. Вот легко проверить, что в группе А4 нет подгруппы порядка 6. 6 очевидный делитель.
2 в квадрате умножить на 3. Ну вот не существует h под группой в А4 такой, что порядок h равен 6. Если бы мы умножили, например, транспозицию на цикл длины 3, состоящий из разных элементов, не имеющих общих элементов, мы получили бы, конечно, подгруппу порядка 6. Но беда в том, что в А4 только 4 элемента представляются. Нельзя взять транспозицию и цикл длины 3, которые бы между собой не пересекались. Поэтому вот такой подгруппы не существует. В то же время, вот если мы возьмем максимальный делитель числа 2, это 4. Подгруппы из 4 элементов, то есть, подгруппы из 4 элементов существуют. Существует h равная v4, вы знаете, такая, что порядок подгруппы v4 равен 4. Так из 4 элементов существует. Из 3 элементов существует подгруппа. Да, очевидно, взять любой цикл длины 3, взять такой ежик. Вот циклическая подгруппа, порожденная циклом длины 3. Она имеет порядок 3. Итак, силовские подгруппы в случае А4 легко находятся. Они действительно существуют. Вот наша цель сейчас доказать, что силовская подгруппа существует в всякой конечной группе. Так, давайте запишем. Прежде чем доказывать теорему 1, нам потребуется еще лемма. Итак, лемма 1. Лемма 1 у нас будет такая. Итак, пусть Q – это P в степени N, и пусть омега Q – это множество всех Q элементных подмножеств омега Q, это множество всех Q элементных подмножеств в группе G. Так, и утверждается следующее. Тогда порядок омега Q, ну, исходя из комбинаторных соображений, понятно, что это такое будет. Это число сочетаний из p в степени n умножить на m. Это порядок же всей группы, p в степени n умножить на m. По p в степени n. Так утверждается, что это вот число сочетаний сравнимо с m по модулю p. В частности, порядок омега q не делится на p. Мы уже говорили, что число m на p не делится. Правильно? Вот в самом начале записали. M не делится на P. Поэтому здесь вот мы, если мы докажем, что это сравнимо с M число сочетаний, то тем самым мы покажем, что мощность омега Q не делится на P. Так, ну, для доказательства давайте заметим следующее. Посмотрим число P в степени N на M в степени n по модулю p. Это число по модулю p. Это не что иное, как коэффициент в разложении бинома Ньютона для такого выражения. Единица плюс x степени pn умножить на n перед коэффициентом x степени pn. Смотрите, вот если мы разлагаем по формуле бинома Ньютона единица плюс x вот в такой степени, pn, это n, pn умножить на m, и берем коэффициент перед x степени p в степени n, и при этом еще работаем над полем zp, то есть все рассматривается по модулю p, то как раз вот такой коэффициент это и будет. Так, и работаем мы над полем zp. Так, ну давайте явно распишем, чему у нас равно выражение единица плюс x в степени pn умножить на n.
Пока я отдельно вынесу отдельный множитель p и запишу это так, что это будет единица плюс x в степени p и еще в степени p в степени n минус 1 умножить на m. Дальше я напомню такой факт, который мы доказывали на первом курсе. Над полем zp выполняется соотношение a плюс b в степени p равно a в степени p плюс b в степени p. То есть, когда мы работаем над полем zp, то у нас вот как бы вот так просто можно возводить p эту степень. Ну, давайте этим воспользуемся. Тогда здесь понятно, что это будет единица в степени p плюс x в степени p. Это будет единица плюс x в степени p. Еще раз напишем p. И в степени еще p в степени n минус 2 умножить на n. То есть понятно, что из показателя степени я каждый раз могу множитель p переносить сюда, а дальше вносить как бы вот в основание, пользуясь вот этой вот формулой. Ну и в результате я напишу равно и так далее, многоточие поставлю. Понятно, что все p мы сюда перенесем, получится единица плюс x в степени p в степени n и еще в степени n. Вот все показатели, которые делятся на p, мы сюда занесем, потому что здесь как раз важно, что именно показатель как раз равен p. Так, ну и чему это будет равно? Вот теперь я уже в чистом виде применяю формулу бинома Ньютона и запишу, что это равно единичка первый член плюс дальше. Дальше, поскольку мы возводим в степень m, это будет число сочетания из m по единице, то есть m на x как раз в степени p в степени n. И плюс следующие члены, которые уже, понятно, будут x в степени p в степени n в квадрате, там в кубе и так далее. То есть старшие члены относительно x в степени p в степени n. Я напишу просто плюс старшие члены. Старшие члены, в которых x в степени p в степени n уже не содержится. Там более высокие степени. Ну вот, собственно говоря, мы и записали, что вот это число, которое мы рассматриваем по модулю p, это коэффициент в разложении бинома Ньютона перед x в степени p в степени n. Теперь мы видим, что это число как раз есть m. Итак, лемма доказана. Так, теперь давайте я могу сформулировать первую теорему Ньютона. Первую теорему Силова, извините. Первая теорема Силова. Так, теорема. Первая теорема Силова. Всего у нас будет три теоремы Силова, вот пока мы первый рассмотрим. Итак, пусть, опять же, порядок g равен p в степени n умножить на m, где p простое, m не делится на p. Тогда G содержит по крайней мере одну силовскую P-подгруппу. Силовскую P-подгруппу. То есть такую подгруппу H в G, порядок H, который np в степени. Так, доказательства. Так, опять же мы вернемся к тому, что у нас есть множество омега q. Теперь мы знаем немножечко о его мощности, что его мощность не делится на p. Итак, рассмотрим множество омега q. И это множество у нас будет множеством, на котором действует группа g. Давайте запишем. И пусть g действует на омега q посредством левых сдвигов.
То есть если у нас S какое-то подмножество в омега Q, то как действует левый сдвиг? AG элемент группы G, то GS. Это в чистом виде мы просто элементы G умножаем на элементы S. То есть, иначе говоря, I с индексом G от S, это будет G умножить на S. Вот. Вот он, левый сдвиг, множество S сдвигается посредством того, что у нас есть в группе G умножение. Так, ну понятно, что у нас, когда есть какое-то действие, то у нас множество, на котором действует группа, распадается в дизъюнктное объединение орбит. Значит, пусть у нас наша группа G, то есть не группа G, извиняюсь, омега Q, это объединение орбит вида, значит, давайте так запишем, объединение G от S и T, и от единицы до R, например, где S и T это представители орбит. Представители орбит. Так, теперь давайте посмотрим. Если все орбиты G от S и T имеют мощности, которые делятся на P, то к чему это приведет? Мы предположим, что все орбиты имеют мощности, которые делятся на P. Тогда понятно, что мощность омега Q будет тоже делиться на P. Мощность омега Q будет делиться на P. А это противоречит чему? Противоречит тому, что мощность омега Q не делится на P. Мы это доказали в лемме 1. Напишу сразу. Противоречие с леммой 1. Вывод. Найдется такая орбита, мощность которой... Итак, давайте запишем. Существует орбита G от S с представителем S. S принадлежит омега Q. Орбита такая, что ее мощность G от S, давайте напишем, обозначим ее K, что она не делится на P. Итак, если бы мощность всех орбит было, делились бы на P, то мы бы пришли бы к противоречию с леммой 1. Значит, найдется орбита, в которой мощность не делится на P. Так, ну а теперь давайте вспомним теорему о мощности орбиты. Значит, мы получаем, что K – это мощность орбиты GS. Это что будет такое? Это будет порядок группы G делить на порядок стабилизатора элемента S. У нас S – это элемент орбиты, да? Значит, стабилизатор элемента S. Так, ну, порядок G мы знаем, чему равен. Он равен P в степени N умножить на M. Так, ну, а здесь напишу просто порядок стабилизатора. Так, ну, отсюда давайте порядок стабилизатора выразим. Стабилизатор элемента S будет равен P в степени N умножить на M делить на K. Так как у нас K на P не делится, я здесь припишу рядом, k не делится на p, тогда понятно, что поскольку порядок стабилизатора всегда это целое число, это же порядок группы, значит m должно делиться на k. Отсюда следует, что m делится на k, чтобы получилось целое число. Ну и в результате мы можем записать, что это равно p в степени n умножить на t, где t как раз это отношение m к k. Ну и в качестве следствия сразу получаем, что порядок стабилизатора S, порядок стабилизатора S больше либо равен P в степени N. Так, ну что, время уже закончилось. Ну, давайте тогда. Значит, наша цель такая, на самом деле. В пункте B мы покажем, что на самом деле порядок стабилизатора S меньше либо равен P.
степени n. И из того, что порядок стабилизатора больше либо равен p в степени n, и порядок стабилизатора меньше либо равен p в степени n, однозначно будет следовать что? Что порядок стабилизатора в точности p в степени n. А это означает, что стабилизатор вот этого элемента S – это и есть та самая силовская p подгруппу, которую мы ищем. Так, все. На этом мы сегодня заканчиваем. Теорему Силова первую мы докажем уже. Остаток доказательства на следующей лекции.